И вот следующая посылка, неформатная, с такими интересными находками в виде Викентия, в виде искусствоведа Викентия Пухарева. Прошу. Так, вот человек года номер раз. У нас такой получился мужчина малоимущий. Малоимущий мужчина. Вот такие ребята в супермаркете в отделе алкоголя. Пенопласт, а не объект. Вот такой вот персонаж на фоне старинных газет. Работа номер 5. Вот такая работа. Парковщик и голуби. И тут элементы голубей разных пород. Работа номер 2, прошу. Внимание не включать, работают люди. Табличку вешать на второй верхний груз. Работа номер 3. Благодарю. Приступаем к переработке упаковки. Итак, Алиха Грай прислал нам вот таких харьковчан, как я понимаю. Вот такие персонажи. А из упаковки я сделал вот такого тоже харьковчанина новогоднего. Новогоднего вот он не влазит. В общем, это его ушки, вот это его глазки, это его борода и все в стилистике Викентия Пухарева. Спасибо, А. Лихограй. Цикавая посылка.